Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители и те, кто случайно попал на это видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Петер. И сегодня будем разговаривать о Олеге Брейне. Каждый день мне на ютубе приходит спам, реклама. Типа, мол, посмотри, это Олег Брейн, лицо Олега Брейна и так далее и тому подобное. Фотография, которую сейчас видите на экране, говорят, что это Олег Брейн. И что его кто-то где-то увидел, узнал его голос, сфотографировался вот с этим вот парнем и всякое такое. Но взгляните вот на вот эту фотографию. Форма головы не сходится вообще. И еще были разговоры, то что когда был обзор мышки, то бишь, или что-то типа такого, руки у него тоже не сходились. Поэтому давайте скинем эту тему. И надеюсь, не будут лезть в личную жизнь Олега Брейна. И все поймут. А вам спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребят. Всем пока.